среди астральных пространств и коридоров. Почти прокусил суть бытия, но шторы век сомкнулись. В неподходящий момент померк свет. Время растянулось, пятое измерение сдулось до точки в зрачке. В космосе темнело, я попал в межвременное пространство. Тело распалось на кварки, атмосфера с плотностью кварца окутала в непонятную субстанцию. Я осознал себя частью клацающих механизмов вселенной. Массой желейной растекся в кратерах звезд. Проблемы не тревожили, наоборот, казались мизерными. Это не было схоже с приходом от лидера. В обиходе нет слов, чтобы выразить эмоции от увиденного. Я был актером и зрителем по совместительству. Зацепившись за линию мира, перенесся в обитель свою. Июльский день, из окна солнце. Неужели это сон все?